И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Днём Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF 1 кооп. Шестая ночь, Диманчик, поздравайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, Димас, мое любимое место идем. Это вот эта вентиляция, но потом, подожди, пока не надо, не-не-не. Короче, у меня вопрос, ты проходил шестую ночь? Да, проходил. Все, я на тебя надеюсь, как последний раз. Только, Димас, это было очень сложно, потому что меня потом нашли. Диманчик, я вспомнил, мне кое-куда надо. Бежи. Куда, в туалет? Ой, за тобой она бежит, представляешь? Она чуть не убила меня, Димон. Ага. Мне просто повезло. Ой, Бонни побежал. А Бонни уже за мной пошел, так что я сматываюсь в мастерскую. Давай, Димас, догоняй. Какой мастерской? Димас, я в туалете. Призрака вижу. Призрак. Передавай привет. Призраку? Ну да. Офигеть, сквозь меня прошло. Это девочка какая-то, девочка-призрак. Понял. Так, ну чё? Ой, Бонька телепортировался. Димон, я на том месте, где мы в тот раз проходили ночь. А ты не будешь вот со мной до 2 часов бегать от аниматроников? Не, не буду. Боишься? Нет, не боюсь. А я не боюсь. Просто устал. Устал, ноги болят. Да просто боишься так. Ну ладно, боюсь. Бонни здесь, я ухожу. Так, а где ты? Куда тебя найти? Ай, за мной бежит. За мной погоня, Димас, за мной. Несы, несы. Я их в туалет сейчас к тебе веду. Ну зачем? Ты не виноват, это жизнь. Так, она там застряла чуть-чуть. Вот, это хорошо. За мной еще и... А, Фредди, кстати, медленный. От Фредди можно даже пешочком уходить. Получается, быстро только Фокси, но его слепить нельзя. Да, его нельзя. От него только убегать и все. Двери закрывать можно. Фокси, Димас, встает. Все, я побежал к тебе. Давай. Давай. Быстрее. Наша тактика, галактика. Сейчас мы ей воспользуемся. Опять старая схема. Старая схема. Я смотрю в твой пердак. Получается чердак. Классно придумал. Мне понравилось. Димон. Так тихо. Не, Димон. Назад не смотри. Я не смотрю туда ни разу. Фух, ребят, если вы хотите, чтобы мы прошли эту ночь, ставьте лайки. Так, все хорошо. Димон, что такое? Они не активны, это шестая ночь. О, кстати, седьмая ночь была или нет, когда ты прошел шестую? Нет, не было, Димон, седьмая. Вообще просто опять заново, типа первая? Заново шестая ночь пошла у меня. А-а-а. Я прошел, у меня заново шестая пошла. И все, вот так вот. Тик, аккуратненько, Димас. Вот я боюсь, что к нам Фокси придет. Вот не, он не придет. Очень печально будет, очень. Не, не придет. Я чувствую, что не придет в этот раз. Фредди к нам не телепортируется, лишь бы назад не смотреть только и все. Ну, Фредди вот-вот где-то рядом прям. Он в туалете, он как тогда, в той серии, тоже в туалете. Угукает. С Фокси. Фокси. Но они застряли. Ворчал, Фредди угукал, а эти просто бегали. Агакали. Угукали, агакали и мычали. Они застряли, все хорошо. Мы в каком-то зоопарке, Димас. Так. Что-то время медленно идет, 2 часа. Блин, я тоже хочу, чтобы быстрее шло. Давай. Ну ничего, будет и хуже. Спасибо. В какой-то части есть Versus мод, где ты управляешь аниматроником. Это в первой, кстати, Димас, в первой части. Может. Ну видишь? Видишь. Там надо просто поставить будет через консоль, потому что сама она не получается. Я умею, я знаю как. Ты профи. Тебе не кажется, что он ближе подошел? Давай посмотрю. Там, они в кабинках. Нет, Димас, ты аккуратнее сейчас. Все. Смотри, чтобы спереди Фокси не пришел. А мы успеем убежать? А если в туалетах аниматроники, то вряд ли. А куда мы побежим, Димас, к аниматроникам? Может, дверь там закрыть одну? Не надо, рискованно. Нет, там уже аниматроники в той комнате, поэтому мы туда даже не зайдем, Димас. Блин, они все в туалете там скопились и дрыщат. Я не знаю, что там можно еще делать. Хоть фонарик не кончается. Да, фонарик это хорошо. Дима, сзади! Сзади был аниматроник. Блин, что делать? Димас, там сзади был аниматроник, я видел, пробежал. Чика пробежала. Давай тут стоять. Давай, ладно. Чуть поближе. Может, забагаются все-таки? Типа назад захотят обойти нас? Да. Если мы вперед, да, пройдем, они захотят типа обойти. Димас, я боюсь. Я сам боюсь, ну. Блин, стрёмно, потому что я уже видел, как за тебя Чика пробегала и обратно побежала. А чё она передумала? А вот, спроси у неё. Чика, ты чё передумала?
Иди, ничего не говори. В туалет и спроси у нее, что она передумала. Звук так, как девочка была. Опа, побежал. Сзади Чика! Беги, беги, Димас, беги! Спасайся! Беги, кто может, спасайся, кто может. Димон, мы просрали. Мы просрали, Димончикс. А, блин! Блин, я живой еще. Это жесть, что ж так сложно? У меня здесь Фредди, Димас. Я вижу, я от твоего лица наблюдаю. Да иди ты, Фредди, ты уже старик, блин, старый пердун, ты меня не догонишь. А, Димон! А, блин. Ты что такой рисковый, мужичокс? Я рисковый или он? Он. А что, можно так убегать, это законно? А давай пускай он замахнется на меня. Не надо. Давай же затащим, Димон, ну реально, смотри, уже середина ночи, даже больше. Все. А когда он замахивается, он исчезает? Блин, Димас, я вообще ничего не знаю на самом деле. А я знаю. Фокси проснулся. А-а-а, Димас, Фокси проснулся. Давай потом в этом месте опять затащишь ты. Блин, Димас, что ты меня оставил одного? Да как я могу сделать ни одного? Давай, размножься, там из трупа вылези и пойди ко мне. Все, Димас, я не знаю, я надеюсь просто на удачу. Да, на то, удача сегодня на твоей стороне. На то, что поставили лайк просто, надеюсь. На удачу лайк поставьте. Пожалуйста, прошу вас. И подпишитесь на удачу. Да. Подпишитесь, не ленитесь на канал. Угу. Знаете, откуда этот? Так, сзади меня, я так чувствую, кто-то к моей заднице уже пристроился. Ну ладно. Я вас пока что так буду сидеть. Так. Так. Ходят просто везде и повсюду. Я боюсь Фокси. Единственное, кого я боюсь очень сильно, так это Фокси. От этих челиков можно убежать, за поворот забежал. Они там замахнулись, промахнулись, и все нормально. Ну ты молодец. А вот от Фокси, Димас, от него спасения нету просто. Видишь, в этой серии нашли они нас все-таки вентиляцию. Да. Нашли. А может разработчик посылал тот ролик и говорит, сейчас я пофиксю, смотри. Он посмотрел мой стрим, да, Димас? По-любому, и пофиксил моментально. Все, Димас, мне хана. А кто там бежит? Чика бегает. А, Димас, я сейчас жопу чуть... Нет, жопа не чувствуй. Это энергия села. Блин, это жесть. Офигеть. Слышал рык? 4 часа. 4.07, Димас, представляешь? Да, в этот раз ты мне не сильно повезло. Надо, знаешь, что, Димас, сейчас сделать будет нам? Что? Нам сейчас надо будет их не водить в туалет. Мы завели их в туалет, мы сделали очень большую ошибку. Так, а что будем делать? А будем бегать, сейчас до 2 часов будем где-то находиться около этих автоматов. Банкомата, пошли. Да. Так, я иду, Димончик, в мастерскую. Да, вот здесь будем. Надо, короче, их гонять по этой части карты до 2 часов. Потом идти в вентиляцию. Ну, самое главное, чтобы они не пришли в туалет, понял? Понял. Потому что мы в туалете должны часов до 5 продержаться потом. Это очень жестко. Но мы постараемся. Просто изначально либо я, либо ты завели их в туалет и все. Это был ты. Конечно. Конечно, я. Так, Димас, все? Нет, не все. А что ты там... Ну я на столе. А любой аниматроник сюда может достать? Да, любой. А, хорошо. Так, Димас, паркур не хочешь осуществить? Нет, а он не работает здесь, смысл? Да, печально. Во, на эту штуку швабренную. Блин, не залез. Да они везде, он, видишь, скидывают телепортации. О, блин. Все, Чика пошла. А, беги. Бегу. Спасайся, кто не может. Так, самое главное, чтобы Фокси не встала раньше времени. Фокси, не вставай раньше времени. Понял? Сзади. Сзади. За тобой, Димас, бегут. Все. Только не веди их в туалет, пожалуйста. Мы сейчас даже. Я там... не буду, я уже там. Блин. Серьезно? Да не, я возле банкомата, там где дождь идет. А я тебя вижу, твой фонарик, да, вдалеке. Вот ты. Выбежал. Постою здесь немножко.
А давай аккуратней, тут Чика около столов трется. Ой, она уже улетела куда-то. А куда она улетела? Куда, дружище? Она в этой части может летать. Возможно. Так, вот здесь, кстати, я не знаю, выжить можно как-то или нет. О, смотри. Так я тебя достану, там прыгнут, и они до твоей ноги укусят тебя. А если у меня нога... Ну ладно, укусят. А если у тебя ноги не будет, да? А если у тебя ног нету? А вот так вот. Как так? Подожди, тут кто-то бегает. А, Фредди проснулся. Фредди, Фредди, красивый, вы такой, ушами. Смотри, ушами как прикольно мотыляет. Тебе нравится? Смотри, Димас, промахнулся. Смотри. Он косой жопой. Опа, опа. А чё не исчезает? А потому что он не прозрачный, он настоящий. Димон, ну зачем же ты так сделал? Типа сопича слился. Так Чика с той стороны побежала. Вот дает Чика. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF Co-op. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Все написали в комментариях, чтобы мы прошли первую ночь. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. В принципе, уже начали, уже как 31 минута идет. Mm-hmm. Все замечательно. А этот всё чувак супер. До сих пор болтает. Вот не надоело? Да, ребята, может, напишите в комментариях, может, есть какая-то команда Stop Sound или какая-то такая, ну, что-то. Может быть, так и есть, Дима, давай Stop Sound напишем. Не, такой команды он не знает. Я знал, что она не знает, поэтому думаю, помучайся, попиши. Ну что, Димон, давай вспомним, что у нас здесь будет. Сейчас оживет Бонни, они начинают резко бежать и в какой-то момент останавливаются, или просто когда мы пропадаем из виду? Я вот так и не понял, когда монтировал. Они двигаются строго по времени, то есть сколько-то времени прошло, они подвинулись, потом еще подвинулись, а потом активировались уже, понял, бежать начинают. Так, давай, короче, будем смотреть, с какого времени начинает нападать. Только давай сдалека, потому что вдруг он побежит сразу. Ну да. Сразу манется. В этот раз нам надо контролировать энергию, чтобы никто не заклеил нашу новую дверь, потому что в той серии Бонни поставил бошку свою, и энергия растратилась новая. Угу, будем энергию копить очень сильно. Жалко же здесь не сделали счетчик энергии, мы бы хоть контролировали его как-то. Блин, мне так нравится антуражная эта пиццерия, крутая очень. А то приходится, Димас, как-то, знаешь, самому думать, сколько энергии. Опа! Слышал? Да, нет. Я не слышал, но я знаю, кто слышал. Ну да, я слышал. Я слышал, да. Все четко. Так, пойду пока по туалетам пройдусь. Опа. Блин, я боюсь, что Бонни сейчас начнет бежать. Час ночи, чувак болтает ровно час. Приветик. Может, есть кнопка отключить? О, Бонни двигается! Двигается? Он уже подвинулся, смотри! Смотри, он как-то по-другому теперь стоит. Может, здесь рандомно все будет? Да, серьезно, Димас, походу это на рандоме все. Пусть напишет в комментариях, как проходить вообще, чтобы легко было. Потому что мы неопытные. Здесь прям стоял, вот так вот, где я сейчас стою, он так вот стоял. Может, кто-то играл уже, проходил все. Не, Димас, я что-то бы... Я не хочу проигрывать просто. Ну, короче, где-то в час 10 он вроде начал двигаться. Может, каждый час? А, Димас, он бежит. А, давай быстрей! Ты что, обманул меня? Он двигался, Димас, он, видишь, ближе подошел, смотри. Мужик! Димон, а как мы успеем закрыть или нет? Блин, я не вас. Он реально как-то по-странному. Он, короче, начал шабуршаться так. Ты смотри на меня, чтобы не застопил. Не, я застоплю. А не, я отойду. Ты смотрел что с другой стороны? Или давай я с другой стороны? Написали F12 нажимать, и можно смотреть от лица твоего. Ну, давай проверим. Во, я смотрю, как ты ходишь. Ты на меня только что смотрел. Понял. Офигеть, Димончик, это круто. Все, Димас, иди на другую сторону, а тут у меня нечаянно застопишь, и мы так... Все, хорошо. Поиграем, давай. Я хочу выиграть просто эту ночку. Да потащим, мы даже энергию ни разу не потратили. А вот и не надо. И не будем. Я, короче, пристально за ним буду смотреть, чтобы он прям ни разу не сдвинулся. Ты успеешь? Я отбежать успею, да. Двигается. Нет. Ты я смотрю, ты чего обманываешь? Не веришь, да? Не верю тебе. А я успею забежать за угол.
Очень напряженно. Так, а если он пойдет в наш офис, зайдет, что он сделает? Он же нас не убьет, мы же живые будем все равно. Ну, да, нет. А может тут цель такова, что мы должны просто живые быть? Ну да, нам выжить надо, а как ты хотел? То есть, ты видел, тут в каждой комнате есть двери, и то есть каждую дверь... Мы можем закрыться... Спать? Да, да, да. Да, тратится энергия. Мы можем даже на кухне закрыться, я видел. Да. Да, короче, нормально. В общем, прикольненько. Диман, подсвечи его, я не вижу, мой фонарик туда не добивает. Во-во-во, ты прям на лицо ему светишь новое. Да-да-да, на лицо. Красава. Слышал, кто-то проснулся. А можно, когда на них смотришь, они не идут? Давай отвернемся. Значит, не надо, да? Нет, нет. Давай, давай, давай. Не, я не буду. Он идет к тебе. Да ну. Ты понимаешь, сразу. Слышишь этот звук? Слышишь этот звук? Нет, не слышал. А я слышал. Видно, нам, может, по очереди звуки эти кидают. Как будто кто-то канализационный люк на ногу уронил. Ну, бывает. Бывает такое. Это мышь. Короче, когда мы смотрим, они не идут. Так, смотри, у нас энергия еще ни разу не потратилась вообще. Мы можем потом вообще закрыться в 4 часа и сидеть. Ну, а прикинь, не-не-не, я да, не да, да. Хочу. Я не хочу так рисковать. А придется. А я не буду. Че не идет? А ты хочешь, чтобы... Смотри, сейчас в 3 часа, наверное, пойдет, Димас. Вот сейчас, смотри. Давай мы внимательно, сейчас, значит, внимательно смотрим. Сейчас станем живым, он сейчас побежит за нами. Ожил! Ожил. Пошел куда-то. Идет, идет, идет. В ту сторону пошел, Димон. Он не идет ко мне, он пошел в ту сторону. Закрывай. Он ходит. Он остановился вроде бы, Димон. Вон он, Димас, он прям тут. Смотри. Короче, блин. А, Димас. А, он за мной. Отвали. Димас, открывай дверь быстрее эту. Я открываю. Закрывай. Я обосрался. Я сам испугался, они какие-то стрёмные в этой игре. Но мне нравится из-за этого эта игра. Чё он так ходит по стрёмному? Короче, ребята, если вы хотите, чтобы следующую серию записали FNAF 3, пишите в комментариях что-то хорошее. Или не, мы же FNAF 2 чё, пропустим, что ли? Мне все пишут, что вот самое лучшее FNAF 3. Давай попробуем просто одну... по сюжетке, что там же Димас каждый... Самое лучшее. Пусть напишут, что хотят, то мы и запишем следующее. Димас, у нас же энергия затратится, давай откроем. Все, открываем. Открытая пусть будет. А где он? Иди смотри. А, он же сейчас не будет идти. Кстати, он потом пошел в любое время, не обязательно, чтобы было 3 часа. Может, слышишь? Типа... Слышишь? Не слышишь? Может, он нас, типа, этот, чувствует наш страх? Запах. Открой там двери, открой, то когда... То никогда. А где он, Димас? Я боюсь, что... Я, Димон, иду, короче, рискую своей жизнью. Нет, я не рискую. Рискуй. Вон он стоит на том же месте, где и раньше. Вон он, слева, слева, видишь? А чё он туда пошел? Я не знаю, а там же вентиляция, как вроде, не? А он чё, по вентиляции тут они, я не знаю. Прикинь, он сейчас... Ой. А мы ж услышим, да, когда начинает идти, он такой звуки прикольно издает. Лучше на него, конечно, смотреть, палить его лучше. Да, я смотрю, он, кстати, подсвечивается фонарем, его видно. Прикинь, он сейчас этого Фокси разбудит. Да, ногой по лицу, а ну, мужик, вставай! Там, короче, охранники. Помогай мне этих... Говнюков ловить. Они хитрые. А вы что думали, мы такие не из теста же сделаны? Димас, я так сделал, я так застыл, чтобы видеть всех аниматроников. Я тоже. И подсвечивать Боньку. 4 часа. 4? Может, это самая легкая ночь будет? Это... Нет, Димас, ты что гонишь? Я тут чуть не обосрался от него вокруг столов убегать. Легкая ночь. От него можно убежать, реально? Он как бы типа иногда застает там, типа, ну как бы застревает где-то. Короче, мне подсказали в комментариях, что можно затащить одним способом. Ты на меня подсаживаешься, залазишь на стол, и они не могут тебя достать. Да. Да. Но это если будет очень сложная ночь, мы эту методику применим, да? Да, читерскую, пока. Ну а что сделать, пока легко, да. Кстати, Димон, сейчас уже было 4 часа, он не двигался. Кстати, Димас, знаешь, как, наверное, от него можно убегать? Вокруг столов оббегать, но это только действует... Он идет, Димон, он идет! Да не идет он, я смотрю. Да он подвинулся! Да не подвинулся! Да я видел! Да я видел, Димон! А, то ты фонарем по-разному светишь, кажется, что он ходит там. Он подвинулся. Так, подожди, он всегда так делает. Не-не-не, он сейчас дернулся, реально, он сейчас дернулся. Я верю тебе, ага. Я тебе серьезно говорю.
Ладно, ладно, верю, но боюсь. Подскочил. Диман, я подойду ближе, так как я очень не боюсь. Нет, Димас. Если чё, бегай вокруг стола. О! От одного аниматроника... Диман, я на столе! Если уже будет двое, то, Димас, мне кажется, вокруг столов уже не побегаешь. Так. Давай, мужик, я на столе. Ага. Мне кажется, он достанет меня так. Я не знаю. Ну, если что, я убегу, Димон. Хорошо. Так... Ладно, ладно, я боюсь, я буду здесь стоять. Такое чувство, как будто Фокси двинулся, но нет, нет. Димон, нет. Ну зачем ты пугаешь так сильно? А чё в первой ночи только один Бонни двигается? Я не знаю. Прикинь, это вообще легко получается. Тихо, 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 сейчас звук был какой-то стрёмный. Я просто боюсь, что сейчас кто-то оживет. Пацаны, ну вы что? А тогда он двигался, Димас, он в 4 часов он бегал вообще-то. Он вообще жестко мочил в тот раз, сейчас как-то легко. 5 часов они все двигались, ты говорил, да, там? Да, они резко все напали, и что, надо будет сидеть там в нашей кибитке. Димон, я слышу, кто-то шуршит. Это мыши, мыши, Димас, крысы бегают. Это другие аниматроники, может, оживают? Димас, а вот давай, знаешь, что сейчас, иди сейчас, короче, где я стою, сейчас попробую подойти к нему близко, чтобы он начал двигаться. Ну давай. Давай, Димас, а то как ты, знаешь... Не крипово вот, получается. Если что, будь готов закрывать те двери, Димас, закрывайся, если что, будь готов. Давай я закрою сразу одни. И эти закрою, как ты скажешь. Не-не-не, Димас, а вдруг сейчас энергия потратится сильно. Блин. А, он перемещается. Он тэпнулся, Димас, он тэпнулся куда-то. В смысле тэпнулся? Он так тэпнулся, может? Тэпнулся, он прям взял и телепортировался. Да блин, так нечестно. А, вот он, около Фокси, он прям рядом с Фокси стоит. Точно, да, сейчас с ноги в лицо кому-то. Вон он, я прям я вижу. Его смотрю. Я вижу. А-а-а, Димас, он за мной. Закрывайся! Я видел! Он, я прям перед ним помаячил, он за мной начал бежать. Блин, какая-то страшная это очень ночь. Они какие-то здесь... Они не по времени ходят. Димон, уже на сцене нету, он еще бежит, одного. Бежит к тебе, он бежит. Димон, еще одного аниматроника нету. Чика еще бегает. Я камеры поклацаю. Димон, мы затащим по-любому. А че я один бегаю? Потому что мы затащим, я хочу посмотреть, какая будет заставка. Ты, Диман, там спныкался. Диман, ты скажи, я открою. Не-не-не. Короче, осталось чуть-чуть. Короче, Димас, к тебе Чика побежала. Ура, мы прошли. Солнышко светит. Наконец-то мы посмотрим эту пиццерию при свете. Димон, она крутая. Птички поют. Димона, мы прошли. ФНАФ 1. А где Бонни с Чикой? Куда они делись? До сих пор дождь идет. Так. Они где-то в игровых в автоматах, наверное. Вот, да, тут Бонни, смотри, в игровых автоматах. Так, я иду. Куда это идти? Сюда походу идти. Ночь Бонни, наверное. Ночь Бонни. Чисто один. Так и Чика там. Мне кажется... О, Чика стоит. А где ты? Возле нашего кабинета иди. А, все, смотри. Загрузка. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF 2 Коп, Диманчик, поздравайся. Всем привет. Все просили, чтобы прошли эту часть, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, в этой части садится фонарик, ты знаешь это? В чем проблема? Тут нету дверей, да, Димас? Нету, они просто гоняются постоянно. Так, значит, Димас, надо ходить в те проходы, где есть вентиляция, чтобы... Вот, между помещениями перебегать, понял, Димас? Все, Димон, я тебе верю, так и сделаем. Так, и я думаю, знаешь, что еще? Во, кстати, вот эти аниматроники, они вроде как из первой части. Они потом тоже оживут. Ну, они потом уже, попозже. Фокси, красавчик какой, вот молодец. Из первой части, Димас, только уже потрепанный, да? Красавец. Не, выглядит потрясающе. Потрясающе. Да. Великолепно, шикарно. Сногсшибательный просто Фокси. Во. Вот здесь можно, мне кажется, как-то уже побегать от них. Димас, Диман, сейчас будет жопа. Они немножко застрют, поэтому можем вот так вот здесь перебегать, вот здесь вот именно. Во, аниматроники, вот такие красивенькие. Хо-хо. Офигеть, только я вас боюсь, вы очень быстро бегаете. Они очень резко могут начать бежать и... И что, и мы проиграем, Димас, с тобой. Я понял, как мы можем выиграть с тобой. Давай, Диман, подсказывай. К туалету иди. Иди к туалету. Давай я подсадку сделаю, смотри, иди давай сюда. Так, ну, корова прыгает. Ну. Дима, не могу. Рядом на стульчак встань. Рядом, видишь, стульчак? Не могу. Давай. А, давай я слезу, давай. Давай залезай. Вот, теперь прыгай на бошку. О, залез! Ну, выше.
бежит! Может, на картофанах надо ходить? Да, смотри, здесь. А, может, тогда они не будут на нас агриться? Блин, Димон, это как-то очень стрёмно так проходить. Мне придется, наверное, так и играть. Я еще слышу, как будто какой кабан рычит, Димас. Ты слышишь? Иногда бывает такой рык такой. А это провода замыкает, такой звук издают. Так, шкатулка уже наполовину... Ого. Слышал? Садись, Дима, садись на картофан. Да я на картофанах, не то что иду, у меня уже там куча, у меня уже штаны трутся по полу. Я так боюсь. Тихонечко. Вот это мы выбрали с тобой вариант прохождения. Слышишь? Короче, я сейчас... У нас план сейчас, надо идти к... Шкатулку заводить. Да, шкатулки. Маринетки, потому что... Потому что мы проиграем, если мы ее не заведем, она нас найдет сразу. Вот, Димас, смотри на Бонни там. Видишь Бонни? Ну. Тихо-тихо, смотри, вдалеке. Видишь его? Да. Так, Димас, гляди за ним, короче, ты будешь как разведчик, ну, помогать мне будешь. Окей, босс. Короче, я пока завожу. Так, я буду... О, я вижу, ты заводишь, красавчик. Димон, он идет, он шагает! А он идет и идет на работу в пиццерию. Смотри, как прикольно. Прикольно, да? Ты тоже, Диман, видишь его? Вот это прикольно. Он как солдат марширует. Знаешь, что мне сейчас немножко не нравится? То, что... Смотри, видишь, у него поле зрения какое? Он все остановился. Он смотрит по сторонам. Опа, он смотрит. Он как настоящий человек, да, реагирует? Да, он, то есть, он по зрению нас, если увидит, то он за нами потом побежит. Так. На слух ориентируется и на зрение на свое. Блин, кстати, это когда, жесть. Когда уходит Димас, вокруг него видишь фонарик зеленый светит. Да, вот это его радиус. Тихо. Это он побежал? Мне кажется, знаешь что, тут еще какие-то есть крипты, где он именно ходит потом, патрулирует, понял? Поэтому надо будет аккуратненько играть. Так, Димон, что дальше будем... А, это ты! Да. Кстати, здесь, Димас, еще есть мангл здесь рядышком, поэтому я немножко боюсь, кстати. Тихо. Это он там ходит? Давай сваливаем его еще. Слышишь? Да, это жесть, что? Димон, это самая страшная часть, которую мы играли пока, ведь что? Говорят, да, что в FNAF 3 намного страшней. Давай попробуй на подарки залезть. Иди сюда. Давай на подарки. Тихо, он походу сейчас нас услышит. Давай, тихо, не шуми. Так. Димон, я классно сижу на ящиках здесь. Я вижу. В принципе, можно запрыгнуть. Я просто спадет. Не знаю, я вроде... Или что-то не так сделал. Так. Ух ты! Кто-то шкаф подвинул, слышал? Не. Идем, Димас. Мне кажется, сейчас он сюда в проход начнет патрулировать. Ты думаешь? Здесь почему вентиляции много сделано? Потому что он, скорее всего, патрулировать будет. 100%. Сейчас будет идти. Сюда пойдет? Блин, я так боюсь возле них ходить. Да, он уже начинает патрулировать, Димас. Это жесть. Смотри, вот видишь его вдалеке? Да. Прикольно, да? Так, ребята, стоит, смотрит. А он нас увидит так фонарик? Давай посветим на него. Не, значит, он фонарик не видит. Да, он слепой. Он, наверное, только видит нас, фонарик он не видит. У него есть просто определенный радиус и слух. То есть давай, Диман, я попробую, увидит он фонарик или нет? Ну вот, свети на него. Не будем рисковать, 3 часа ночи, мы уже половину прожили, не? Да. Сильно стрёмно. До полчетвёртого. Ты доживал до стальки? Да, я считаю, всю ночь проходил и в конце умер, когда чека там или кто-то прибежал. Ну, я не помню, может, я преувеличил немножко. Знаешь, что мы где сейчас находимся? Мы сейчас в эпидемии находимся. Там вообще тут просто их же, если кто-то из них оживет, сейчас это будет жопень. Так, Димас, ты давай иди тогда к... к сцене, а я пойду, чтобы маринетку заводить. Какой к сцене? Идем вместе, стой, я с тобой. Тихо. Я боюсь здесь один ходить. Бонька, пожалуйста. Там марионетка еще, короче, рано, Димон, марионетки. Не, ну уже половина. Да не, она очень долго. Опа, он идет, Димон. Идет ко мне сюда. Тебе именно идет? Так, смотрим. Остановился. Так, смотрит. Так, я иду к мангл, короче. Давай. Димас, а где он, кстати, находится? Он стоит в том же помещении, только ближе к нам сюда передвинулся, к этим старым аниматроникам, и поломатым. Мангл, пожалуйста, только не двигайся, я тебя прошу. Чика ожила, Димас. Да ладно. Да, серьезно. Это вообще жесть.
Ну ничего, сейчас будет 4 часа ночи, и мы... О, ты заводишь. Димон, ну ты красавчик, поэтому вдвоем намного легче. Как бы ничего делать не надо, Димон все сделает за тебя. Ну да. Я просто боюсь, знаешь что, у меня сзади меня мангал. О, я вижу, кто-то фонариком светит. Это Фредди, у него этот свет. Это у него прожектор такой? Так, короче, они втроем около сцены пасутся, понял? Димон, как ты думаешь, что... Эти я возле старых аниматроников поломанных. Давай, я к тебе иду. Давай. Я просто не знаю, живут эти аниматроники или нет, которые сзади меня. Я думаю, они на второй ночи все-таки оживают. Все, ребята, потому нам тогда легче. В настоящем ФНАФе они со второй ночи оживают. Короче, Димон, заводки хватает на 2 часа точно, поэтому нам уже больше маринетку заводить не нужно. Да, мы все, больше заводить ее не будем. Опа, я опа, просто... Боня ожил. Боня ожил. В туалет, наверное, в туалетом пойдем. Нет? Не, мне здесь нравится больше. А фух, это ты. Давай лучше смотреть их, чтобы они были на виду. Так опасно, ну, Димон. Я здесь буду, а ты там будешь. Давай. Все, давай. Я смотрю на него очень внимательно. О, я вижу и Фредди. Димон, я их двоих вижу. Я тебя понял. Все, они в поле зрения у меня. Так, так как, Фредди стоит. Фредди идет. Фредди идет, идет. У меня фонарик сел. Это жопа. Вижу. Так, идет. Ко мне идет. Бонни. Остановился, повернул, кстати. Это, походу, меня спалил. Пошел Фредди. И Фредди повернул. Нет, Фредди ко мне идет. Блин, Димас. Нет, он отвернулся. Нет, он повернул. Он меня увидел! Беги! Не? Димас. Да это жесть. Тихо. Димон, у меня батареек нету. Это Чика там стоит. Да. Слышишь, тихо. Так давай тут и стоять. Давай тут и сидеть. Да, сидим, Димас. Блин, мне, может тут больше батарейки на фонарик найти как-то? Я боюсь, что Чика сейчас пойдет сюда. Тихо. Димас, иди сюда. Это жесть. Давай ко мне за угол. Тихо. Это Димон, а как? А тут Фредди? Димас, тут Фредди. А что нам делать? Он в тубзике сын, Димас. Блин, обоссал нам весь тубзик. Тихо, он тубзалетик. Блин, темная, ребята, серия, но ничего не можем сделать. Да, это хардкор, потому что, ребята, это настоящий хоррор. Это вам не первая часть. Да, это очень здесь сложно. Тут они прям ищут нас. Тут надо убегать, тут надо... Все, Димон, так и сидим. Так, тихо. Димас, меньше двигайся, сидим. Сейчас не двигайся, потому что Фредди что-то на туалете вытирает уже жопу свою. Да реально, он, Димас, крутится вокруг туалета. Может, он реально ищет нас? Димас, готовься бежать в ту сторону. Хорошо. Потому что здесь Фредди, он как-то себя очень неадекватно ведет. Димон, я так ссыкаю, это очень ссыкотно. Просто три аниматроника. Ты представляешь, это только три той аниматроника, потом еще мангал. Димон, это только первая дочь, как нам проходить? Все, Димон, мы сейчас пройдем. Осталось чуть-чуть. 9 минут, ну. Димон, есть время. Нету время, есть. Аниматроники, вы... Ну чё, мужики? Смотри. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF 2 кооп. Четвертая ночь, Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, вы написали много комментариев, как нам выживать. Надеюсь, эти комментарии нам помогут. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Димон, ты прям мои мысли читаешь? Красавчик. Так, короче, Димас, знаете, я узнал... Главное забыл сказать. Не забывайте подписываться на наши каналы. Правильно? Да. Да-да. Все четенько, ребята. Ссылочка на Димаса канал в описании. И Димона тоже. В общем, ребят... А, Димас, я что тебе хочу сказать. Рассказывай. От аниматроников можно не сидя уходить, а пешком вот так вот. А, не обязательно? Не, садиться не надо, Димас. Все, видишь, я знал, я просто проверял, знаешь ли ты, красавчик. Да, так, заведем маринетку. Все, супер. Я сейчас, Димас, тебе покажу, я просто когда стримил, я так их дразнил вообще прикольно. Блин, Димон, я сольюсь, как всегда. Да нет, вот сейчас не сольешься. Ну я чуть-чуть боюсь. Вот, в чем минус Балунбоя, то что он как бы... Фонарик не забирает, а тратит его энергию, проценты его, понял? Ах, он жопа, как будто он включенный. Ну, не, ну да, как будто он включенный, да.
Блин, я боюсь, и... там возле, возле них ходить просто. Если он подойдет в притык, то аниматроники начнут бегать, понял, Димас? Вот эти вот аниматроники, даже если ты будешь сидеть, передвигаться, они начнут быстро очень бегать. Если будет балун-бой возле тебя? Да. Посмотри, Димас. Вот Бонни. Бонни за собой веду, смотри. Да, я вижу. Пешком веду его. Давай, давай, старичок, быстрее. Вот это зеленый радиус, да, его, где он тебя видит? Да, 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 да. Самое главное то, чтобы он, как бы, как сказать... Вот боком, видишь, он уже не видит Димас. Все, он уже отупел. То есть надо перед ним становиться все время. Ну зачем ты его ведешь? Гуляем, выводим на прогулку. Давай, давай, Бонька, идем с нами. Погнали. Просто он самый первый просыпается, поэтому можно его подрессировать. А может быть такое, что они нас окружат? Ну, это маловероятно. Давай его сюда, Димас, заведем. Только это трудно. Они, знаешь, что, на поворотах немножко не соображают. Немножко тупят на поворотах. Че он идет дальше? Ну, он сюда, ко мне идет. Сегодня я его завел, и сейчас он потеряется. Все, потерялся в пространстве. А, на шифт же можно быстро бегать, я забыл. Да. Эй! Ну, если подожди. Он тебя заметил, Димас, на шифт не быстро не бегай, понял? Он начинает быстро бежать со мной, да? Да, если он тебя увидит, и ты будешь бежать, то он побежит тоже. Понял. Поэтому бежать можно тогда, когда он тебя не видит. Все. Так что, Димас, все тебе рассказал, все основное. Давай тащить. Так, мы шкатул пройдем. Фон. Написали в комментах, надо два раза за ночь завести, и все, больше не надо. Да, три часа надо завести будет. Так. Даже один раз Димас надо заводить, и все. А, один раз получается, да. Да, да, один раз. Три часа заводишь, и все. Так, победа. У меня еще 912 фонарика. А у меня почему не отображается? А я тебе потом расскажу, как сделать, чтобы отображалось. Я вот в этой серии только поправил. Ага, там понял. Размер экрана надо немножко ползунок подвинуть, и все будет влазить. Не, у меня наоборот, кстати, очень хорошо все вылазит. Да. Yeah. Главное, чтобы так. Не вылазило. Вот у нас тут Бонни. Не надо вообще... его, ну пусть стоит. Вот. Он что-то в стену вставился. Или давай подразним его. Мужик! А, не, не увидит. Не, Димас, он нас не увидит, он совсем все. Он там свои дела делает. Опа, опа, опа она, опа она. Все. Все, опять отупел. Как только за поворот зашел, все, мне не видно. Так, Димон, уже практически без 15.2. Ну, да. О, там уже кто-то ходит тоже. Чика ходит, наверное. Давай Чику тоже отведем от марионетки, чтобы... Давай, давай. Другое место, иди сюда. Она за мной идет, Димон. За тобой идет. Да ну не надо. Ну ты чё, зачем? А вот, все, за мной теперь пошла. Так, Димончикс. Сейчас я ее уведу. О, Фредди тоже веду за собой, Димас. Укротитель аниматроников. Это все за тобой бегут? Ну, они идут. Я вижу, я вижу. Вот. Все. Блин, Фредди за мной идет, это жесть. Классный Димас. А как Фредди знает, где я? А вот, я даже сам не знаю, где ты. Я сам не знаю, где я. Димон, а там где старые аниматроники? Ага. Понял. Тут стремновато. Аккуратно, то в этой ночи, Димас, просыпаются все старые аниматроники. А, я ладно, я пошел, я вспомнил, мне надо кое-куда сходить. Блин, вообще такая напряженная ночь. Еще постоянно ходят, если видят. Так, я возле рабочего стола постою, Димончикс. Бонни, пойдем. Плохо тут ничего нельзя включать. Кстати, Бонни можно использовать как фонарик. Сейчас мы его позовем, он нам будет под свет делать. Зеленый хочешь свет сделать или какой? Или желтый, да, Чику, да. Позовем? Не, давай зелененький. Сейчас такой немножечко это. Димон, если ты умрешь, это будет очень глупо. Я сам не затащу. Ой, смотри, какой. Фокси проснулся. А все, он уже опять спит. А долго его так будет бить током? Ну смотри, опять побежал. Блин, Димон, я его боюсь. Уйди просто, да, чтобы он не видел нас. Мангл проснулась. Да, слышу. Так. Даже вижу, она сюда ко мне идет. Сейчас мы, Димас, ее отведем, это, нам. Давай, я тут стою. Димас, аккуратно, Фокси с тобой побежал. Я вижу. Че он там как-то бегает по сторонам? Так, Димончик, я вспомнил. Сейчас, секундочку, мы этого еще раз Фокси... Фокси!
Все, ну думаю, нафиг. Теперь заходим за поворотик. Опа. Все. Ништяк. Всех убрали, ух Димас. Ты. Вот это звуки классные. И всех убрали, смотри. Ого. Димас. Я его ослепил. Я его ослепил. А за мной теперь, за мной. Опять ты смотри. Это он за мной уже. Блин, стрёмно немножко на самом деле. Ого, тут старый, я прохожу мимо и сыкаю чуть-чуть. Лишь бы фонарь, Димас, не закончился. А, тут мангл меня зажимает. Димончик. Прощайте. Нет, не прощайте. Как я выжил? А, меня кто-то не пускает. Все. В смысле, куда не пускают? Да я бываю иду, мне как будто спотыкается мой персонаж. А, это прогрузка туалетов была сейчас. Понял, ну только там шахты были, ну очень интересно. Так, старые аниматроники еще спят, они часа, наверное, в 4 проснутся. Так, я на рабочем месте стою, все хорошо. Все заморозились. Опа, пошел. Он ко мне идет? Не знаю. Да. А он просто шагает, наверное. А, вот то, куда видит, туда идет. Все, я понял. Так, это Димас, где, кстати, я вот... Я с правой стороны в шахте возле нашего рабочего места. Во, Бонни старый проснулся, иди смотреть на этого красавчика. Во, идем посмотрим. Смотри, ну, мужик, ну, мужик. Димас, кстати, прикол тебе еще расскажу. Вот этот текст глазастый, он, короче, ну, глазами умеет шевелить. Прикольно. Блин, Димон, я боюсь. Тут мангл с этой стороны. Где? Да, она давай там на потолке сторону, вроде бы Димас. Сидит. Иди сюда, Димас. Слепи этого. Я его слеплю. Старичка, уходим. Диман, мы затащим? Есть такое место здесь тоже классное, где они не ходят? А, да, Димас, все нормально. Они, ну, мы затащим, в общем, ничего страшного. Так, шкатулочка. Тут у нас Фокси пасется. Уже можно вообще шкатулку не заводить. Да, все, можно больше не заводить сюда. На улице, как всегда, ливенище идет. Можем здесь посидеть. Давай отдохнуть. Посидим, отдохнем. Там обсудим дела, какие есть. Вот, какой ролик. Какие дела? Нам бы тут выжить как-нибудь. Какой ролик снимем следующий. Все, обсудим сейчас. Все равно делать нечего. А куда идут? А вон сюда дождь, конечно, сильно идет. Ливень прям. Иди сюда, Димас, тут видно, кстати. Ребята, напишите, у кого какая погода. У нас 37 градусов тепла, просто жарище. А у меня, наверное, градусов 25, вот так вот. Тепла. Тоже норм, можно без трусов ходить. Но в штанах. Я думаю, в трусах можно еще. Это ты без трусов будешь ходить. О, старая чика идет, офигеть. Сюда идет? Смотри, как она ходит, интересно. Прикольно, прикольно. Это крячка. Ой, башкой, видишь, махает вперед-назад. Она не может обойти сундук. Она не понимает вообще, что... Все, она пошла. Она как, знаешь, как зомби, да, какая-то? Да, как и Бонни тоже так же. Классно, что у каждого аниматроника свой цвет есть. Это очень прикольно. Можно по цвету определять, где кто ходит. Опа, кто-то скрипит дверями уже. Ну все, хорошо. 4:30. Обойдет сундук, Димон? Не обойдет, но в этот раз не сможет. Он просто не понимает, как мне обойти этот сундук. Она думает, сейчас назад вернусь, и он пропадет. Да. Нет, пошла. Балун бой. Смотри, они сейчас, наверное, все, да, будут так ходить? Давай так и станем. Может, это реально то место, где они застряют, Димон? Да, все, так и стоим возле стены. Прикольно. Вот говно. Фредди немножечко... Фредди оказался умнее, чем они. Да, немножечко умнее. Так, я тут постою. Там Фредди уже проснулся, старый Димас проснулся. Это жесть, Димас проснулся, понял. Фредди, говорю, проснулся, старый. Я его слеплю. Давай, Димас, уходим. Растворяемся. Блин, а кто здесь в туалетах-то, а? О, это Фредди старишка. Какая старишка? Старуха. А, старуха. Нормально все играем. Это дедулька какой-то. Димончик, 5 часов. В мастерской, Димас, уже никого нету. Все просыпались. Все, я уже видел, я проходил там. Там вообще пусто. Все аниматроники уже проснулись. Я на другую часть карты, Димон, перешел. Это классно. Это очень... рабочее наше место. В шахте постою здесь. Вот мне нравится, чем FNAF 2 здесь очень много аниматроников. Че, блин, это ты? Я так дернулся. Да. Зачем же ты так пугаешь? Смотри, к нам кто-то идет, красненький. Так, я назад в шахту вернусь. Тут? Он к нам идет?
кстати, можно его так вокруг этого стола водить его. Ты будешь что-то делать? Он медленный. Фокси! А, уходит, поэтому. Фокси, Фокси! Я ухожу, Димон. Я тоже, Дима, сваливаю. Вот это жесть! Фокси за кого-то нагрелся! Блин, Димас, это что так мощно-то сегодня? Ты же сказал, легко будет, ты меня обманул! Блин, я сам себя обманул. Я вообще, я, Димон, возле туалета в шкере все. Димас, я боюсь, я бегу. Я сам боюсь, как ты проходил эту ночь или нет сам? Нет. Вот ты, блин, молодец, я думал, ты знаешь, нычки здесь крутецкие. В смысле нычки? Здесь они везде ходят, Димас, они везде пройдут. О, так, давай так и стоять, может, они не найдут это место как-то? Находят, Димон, находят. Блин, свалил. Не, не находят. Да не уходим. Бежит кто-то. Фокси бежит. Есть у тебя еще, сколько у тебя, Димон, фонариком? У меня еще больше половины. Без понятия, у меня не отображается, в чем. У меня еще 559, это хорошо, Димон. Тогда возьми меня, может, тут как-то шкериться. 559, Димас, ты что там, батарейный завод ограбил? Нет, так всего 999 дают. Димон, они затихли, почему? Потому что уже все, 6 часов. Какой-то. Они это знают и не могут нас найти. Ты, Димас, ребята, ставьте лайкосики. Ну что, фирменный звук. Не угу? А во. Отлично, ребята, мы это сделали. Давайте свет в пиццерию. А где свет? Ну что, свет? Я думал, свет дадут. Не дали свет нам. В этой части свет не дают. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима из Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в FNAF Co-op. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Первый раз мы играем в оригинал FNAF Co-op. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы с Димончиком начинаем. А мне Димон нравится. Классно сделано все. Прикольно, аниматроники. Игрофон. Это ты стучишь? Похоже на Гаррис Мод, Димас, очень. А ты слышал звук такой кастрюль, не? Не, давай погромче сделаю. Сейчас, чтобы слышать каждую кастрюлю. Фонари классно сделали вообще. Респектос. Так, Димон, что нам надо тут делать? Вот ты его, знаешь что, светлячок какой-то. Короче, давай расскажем сюжетку. Мы ехали по трассе на машине. На дороге лежал Фредди. Машина разбилась. Все в говно, но мы с Диманом остались живы и зашли в эту пиццерию. Вот такая вот сюжетка. Очень обрубленный, быстрый такой, да. Ну в своем стиле рассказал, а ты можешь по-другому? Давай твой вариант. Ну, в общем-то, мы ехали, что-то приунывшие такие. Диманчик, нам надо найти ключ. Ключ, я вот, да, ищу, Дима, схожу. А мы его найдем? Вот, нашел. Так, я иду с тобой. Тубзики был, представляешь? Кто-то в туалете оставил ключ. Давай, сюда, да, вставай? Ух ты! Ого! Что-то громко. Опа, заставочка пошла. Заставки здесь шикарнейшие, ребята. Ставьте лайкосик. И мы с Диманом затащим с первого раза. Так. Нас куда-то понесли, Димас. Нифига себе камера. Сейчас Фредди покажет фак. А не. Я думал, да? И тупо средний палец так, на. Так, ребята, ну что, первая ночь... Диман, можно камеры листать? Все, видишь, энергия у нас появилась. Все, черный экран пойдет? Да. Кстати, вдвоем будет легко, мне кажется. Я думаю, ребята, мы затащим с первого раза. Но очень сложно будет. Так, уже смотри, 12:40 уже. 40 минут болтать, представляешь? Так, тихо. Слышал? Нет, ну видел. Какой-то звук был, как будто, знаешь, что-то проснулся. Сзади тебя Фредди идет! Где? А ты обманщик, да. А ты че поверил? Че воняет от тебя теперь? Шипуна пустил или че? Через игру, да, слышишь? Ну конечно! Те штаны. О, кстати, я тут не был еще. Такой звук, Димас, как будто кто-то проснулся очень древний. Ребята, мы можем здесь с подписчиками записать даже прятки. Эта игра бесплатная, так что заходите в наш Дискорд, мы вам дадим ссылку, будем лупиться вместе. Мне кажется, здорово, здесь прятки можно запилить прикольные. О, вообще прикольные. Челики, так. Четко все. Он до сих пор болтает, Димон. Может, надо нажать что-то? Не, у нас время-то идет. Понял. Зачем нам на него нажимать? Ну, так, смотри, у нас что-то с этой, с энергией, power, что-то не так. Не, никто ничего не сажает. Так. А где процентность? Как узнать, сколько у нас батареи? Как? Давай пойдем, наверное, обратно вернемся. Автоматы, так хочу полупиться.
Слышал? Не, не слышал ничего. Это ты нажал калитку там? На генератор надо идти. Какой он работает? Ну, не знаю, можешь его пнуть как-нибудь, чтобы быстрее работал. Чтобы девайс как-то мощнее было. Во, я вижу теперь сцену, Димончик. О, давай так занаблюдать. Только все пиксельное, как. О, на сцене вроде кто-то пропал. Серьезно? Давай. О, он уже идет к нам! Басранец, ты чё? А ходит? Чё они тут будут делать? Они будут телепортироваться или ходить? Смотри. Я дотронуться хочу. Опа. Опа, на, ты чё за... Чё за звук стрёмный? Ты чё, двигаться научился, что ли? Диман, если он тебя убьет. Посмотри, гитару выбросил свою. Мужик, гитара-то казённая. А если настать на то место, где Бонни стоял, и он вернётся? Блин, я боюсь, обратно. Сейчас 2 часа будет, я отсюда буду наблюдать. Так, да. Не. Слышишь? Ты шутка? Как будто опять что-то древнее проснулось. Блин, я его даже... Ой, я думал, он глаза опустил. Знаешь, железо такое встает. Трансформер какой-то. Так. Блин, классный FNAF Co-op, мне нравится. А на улице дождик, так прикольно. Да. А можно выйти? А ну подходи вдвоем до калитки, давай попробуем выйти. А чё нас не... Всё, короче, Димон, это западня. Выходим, и всё нормально. Мы отсюда живыми не выйдем. Да, нас ребята уже закрыли, мы уже не сможем. Боня про... А, не думал, Бонька пропал. Нет. Так, идем к нам в офис, на всякий случай. Тут только 4 аниматроника, больше нету? И шкатулка вроде должна быть. Просто я побегал и что-то не заметил больше никого. Там мусорки уже приготовленные, просто чуть-чуть испорченные. Опа, Бонька! О, Димон, Боня идет! Закрывай двери, быстрей! Серьезно? Закрывай, закрывай! А как он ходит? Эти закрывай! Димон, фу! Он ходит. Жесть, я испугался, он за мной пошел, он псих! Он прям... стоит, за, смотри! Димон, он за углом стоит! Он прям двигался, Димас? Да, он прям ходит здесь, они не телепортируются. Идем посмотрим. Блин, вот это вот. Иди, Димон. Очень. Ты что за грудь? Подожди, давай я сейчас гляну на него. Он стучит с двери. У него рука в стене застряла. Димон, он тебя сейчас убьет. А, не получается, какое-то время ходят, а потом застывают, и потом опять идет. Да. Дверь можешь пока открыть. Я открыл дверь. А мы сможем убежать от него, но он очень быстро ходит, ты не убежишь от него. Ну. Он ушел, он вернулся обратно, Димас. Может, он сюда пошел? Не, он, походу, на сцену вернулся. Блин, прикольно. Игрушка. Не, Димас, он вообще куда-то исчез, давай его искать. Такую игру можно и без записи просто поиграть в удовольствие. Угу. Только лучше, конечно, заснять. Димон, показать. Фокси скоро проснется. Димас, угадай, где Бонни. А, это он стоит, мужик. В холодильнике. Ты что там делаешь у меня в холодильнике? Вы хотите кушать? Смотри, Димас, что я сейчас сделал. А что у нас энергия тратится, не понял. Димас, смотри, сейчас что я сделал. А это законно? А что энергия тратится у нас сильно? Из-за того, что... Может, кто-то печку включил? У нас тут дверь еще одна открыта. Димон, я открываю дверь. Я открываю. Давай, это тоже открывай. Блин, он заел нашу дверь. Серьезно? Ну, она теперь звук какой-то конченый издает. Он сейчас оживет и убьет нас, я тебе говорю. Да ладно, мы его, Димас, мы его, короче, победили, понял? Димон, половину ночи мы уже прожили. Осталось ну чуть-чуть. Да. Так, как понять, сколько у нас энергии? Я не знаю, что энергия до сих пор тратится. Из-за одной двери и все? Да, а может быть специально, что он мало энергии. Высасывает у нас энергию? Не, Димас, мы его просто прищемили, его, понял? Мне кажется, он сейчас оживет и сюда резко пойдет. Так он верю зажат, как он выйдет? Так, блин, мы так сдохнем, энергии не хватит. Не, Димас, он очень мало тратит энергии. Блин, тарахти, жесть. Как паровоз какой-то едет. Трактор какой-то. Так, давай ты пока там осматривайся, я буду следить за ним. Может, он забагался? Да, кого зажрало двери, того и нет. Ты шо, ливенище на улице? Димас, он ушел. Куда?
Не знаю, вот мне интересно. Он сзади тебя должен был быть, но нету. Блин, ты меня надоел уже. Ну я люблю напугать так тебя. Иди, Димас, на кухню сходи, открой тут дверь. Это он там тарахтит? Не знаю. Не, Димон, я боюсь, но я пойду. Ну, генератора на его нет, все нормально. Все, Димончик, он там стоит. Они оживают? И потом... Мимо него прошу? Он идет! Димас, он ходит! Я закрыл дверь, я успел! Я закрываю! Короче, бегал и за мной побежал, понял? Блин, я успел, ребята, закрыть. То есть, Димас, он ожил на пару минут и начал за мной бежать. Я же тебе говорил, что они резко нападают. Не-не, у него знаешь, какая была траектория? Он сначала хотел за тобой побежать. После этого он развернулся и бежал за мной. Понял. Вот это я сел. Он опять стоит. А как мне за тобой наблюдать? Не знаю. Он идет, я закрыл. Он стоит возле двери. Ты видел, как он бежит? Вот это реально хоррор. Ты что такой быстрый? Это прям хоррорище. Игра классная вообще. А ты, Дима, не можешь возродиться? Не, мне пишут, что я dead. Умер. Понял. Так, хорошо, Димончик, я иду к Боне. А ты можешь наблюдать за мной? Нет, я смотрю вот, как будто упал на пол и сижу вот, смотрю. Так, 4:40, мы, считай, живые остались. Я тебя вижу там, я вижу тебя в проходе. Я сейчас поддамся Бонне, по-другому никак. Не-не-не. Дотащивать уже ночь? Да, затащи. Хорошо, Димон, ты мне уговорил. Уже 5, Димас, скоро. Да-да-да, хорошо. Давай, я буду просто в тебя... Я зажимаю кулачки и давай, затащи, Димас. Ну я дверь боюсь открывать, он резко заходит, да, Димон, очень? А там... Он очень быстрый. Он я не успею быстрый. Просто закрыть. Если он рядом, Димас, то лучше закрывай сразу. Хорошо, хорошо. Бонька. Потому что такой разгон быстрый делает. Ну смотри, еще на сцене уже вроде тоже никого-то опять нету. Так, или 5 часов, есть? А я все еще лежу. Мертвый. О, на сцене опять пропал аниматроник. Вот это, Димас, намного страшнее, чем Гри само. Офигеть, мне очень понравилось. Надеюсь, ребята поддержат лайкосиком. И следующая серия выйдет в FNAF Co-op опять. Да, 5 часов. Может закрыть две двери вообще? Запишем. Я слышу, кто-то двигается там. Блин, может дверь закрыть? Две двери закрыть? Наблюдать. Печально. Блин, если я умру, то жесть будет, Димончик. Надеюсь, я затащу. Тап нажал. Я вижу через тап. Понял. Так, Бонька там стоит. Ты маленькая зеленая стрелочка. Ой, я могу приближать себя, видеть. Так, Димас, ты там ползаешь. Вот, выглянул с двери, зашел. Да я очень боюсь. Выглянул, посмотрел назад, в генератор. На там. Так, Димон, ты комментатор от бога, правильно делаешь, так. Только ты, Димас, нарисован, как будто... Бонни пропал. Угу. Закройся лучше. Закройся, правильно, Димон, тут это ты хорошо подсказал. Мне кажется, знаешь что, он может, короче, взять, отбежать и за тобой с другую дверь. Давай камеры поклацаю, реально. Нажми на тап, ты будешь видеть карту. Димон, энергия села! Твою же ломашки! Он за мной гонится! Типа... О! Они там все ожили! Блин, Димон! Блин, я так испугался! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF Co-op, часть вторая, третья ночь, Димочек, поздоровайся. Всем привет. Помнишь, Димас, мы вторую ночь как долго проходили? Да. Так, кстати, ребята, проснется вся стая аниматроников, все аниматроники попросыпаются, и то аниматроники, и старые аниматроники, и манглы, и молодые. И детишки, все попросыпаются. И... Так, никто не двигается, это очень странно, третья ночь, где все? Ну сейчас час будет. Во, Бонни пошел, все. Пошел, да? Да, он уже, видишь, все, со стойки своей ушел. Блин, так громко шкатулка фигачит. Ну, пусть будет, это очень антуражно. Димон, он к нам идет? Да. Так, я обойду Димон с другой стороны. Так, давай от шкатулки немножко отгоню, давай. А как ты его отгонишь? Я хочу на это посмотреть, как ты его отгонять будешь. Ну, мужчина, я тут бегаю. А чё? Димон, а чё он ко мне побежал, а не к тебе? Я беспокоен. Да так нечестно! Димас, ты чё, умер?
Я думал, он к тебе побежал, ты говоришь, смотри, как я его отвлеку, и он взял меня, убил. А ты что, стоял или что ты делал? Не, он вроде как побежал в сторону, а потом резко на меня, ну, повернул ко мне и побежал. А ты что, бегал или... Не, я на картофонах сидел. Далеко, реально сидел. А ты можешь мой труп воскресить? Не знаю. Я шучу, здесь такого нет. Димончик. Ну видишь, ты профи. Ну что, ребята, ставьте лайкосики, надеемся, Димон затащит. Давай, мужчина, я тут. Это самый агрессивный аниматроник, которого я знаю. Так, Димончик, давай, я болею за тебя. А я вообще здоровый. Все нормально, тащим, тащим. Так, Димончик. Увидел. Все, он сразу отупел, как только... О, это жесть, как стрёмно, Димон. Ну, тебе, видишь, у тебя есть скилл очень мощный. Димон, а ты опасно, очень сейчас опасно это делаешь. Димончикс. А где твой труп-то? Да вот мой труп, попробуй, можно как-то... Давай, Ержан, просыпайся. А нельзя не W, не 38, там, ничего? В пиццерии уже. Тянусь, вместе начнем. Не, я смотрю твоего лица, наоборот, давай тащим. Вся надежда на тебя. Че уже, 2 часа ночи. Эй, паукообразный, вставай. Зря, давайте. Что ли? Давайте бегать за мной. Да еще рано, Димон, повыживаем, давай просто потянем время как-то, не знаю как. Ну, пацаны, ну шо вы такие грустные, давайте бегать. Вот так, да, решил проиграть? Нифига себе, ты видела на руки? Она вообще просто, если бы ты чуть-чуть бы за угол не повернулся на корточки, ты бы проиграл, смотри, где она стояла. Ну ты видел, да? Рядышком стояла. Уже 2 часа, сейчас должен Фокси просыпаться. Пойду его будить, Димас. А как ты его будешь будить? Вот пинками. Вот если проиграешь сейчас, я буду ржать. Не. Димон, ну на тебя надежда человечества. Если ты не пройдешь эту ночь, ты загубишь... У тебя тоже подгружается? Ты загубишь человечество, нельзя это сделать и допустить. Так, мужчины, вы здесь? Так, все стоят, Димон. Он к тебе идет, Димон, тебя реально увидел. Да не, он меня не увидел. Увидел, увидел. А не, не увидел. Да не, он слепой. Он слепой, да? Он идет своему кенту Фредди, думает, так, сейчас я подойду. Ну это ты зря, Димон. Но если ты все проиграешь, то будет тупо. О, привет. Колбаса на руки, руки. Да-да-да, стоит такая щида. Давай, давай, да-да. Болумбой говорит, ты чё не встаешь, малой? Давай вставай. Димон, сейчас будет полночи. Школу ты пора. Молодец. Ребята, всех поздравляю с каникулами, кстати, летними. Да, если вы рады, что каникулы, будем байтить лайки, ставьте лайк. Красавчик? Сейчас Фокси должен встать уже. Ну зачем ты возле него ходишь? Ты когда ходишь, у меня сердце в пятки уходит. 3 часа уже, а он еще спит. Хватит ему вставать. Может, батарейки кто-то вытащил, Nokia там? Не, Димас, батарейки Nokia как раз таки долго держатся. Nokia. А он много потребляет. Ух ты, ребята. Мы, кстати, планируем 2 ночи, да, Димас, записать? Да, если получится. Смотри, они все смотрят на меня. А что, самый красивый? Смотри, смотри, смотри. Ой-ой, побежал, побежал. Ну он такой себе, да? Ну да. IQ минус 1. Минус 11. А если я буду шашком? Ой, пацаны, я понял. Да, ты видишь, как это все может закончиться? Тебя могут закончить в туалете. Привет, это я. Это ты. А это твой фонарик, который светит. Он покемон. Вот сейчас со спины кто-то заходит и убивает в зеркале. Это будет как в хорроре каком-то. Не, я так не хочу, Димас. А придется. Смотри, кто там идет, Фокси. Это Фокси уже идет? Да, да, да. Вот видишь, ты камила за него оставил запах. Он... Ага, Димон здесь. О, жесть, сейчас тебя окружу, дядь. Он меня спалил? Тебе главное в 4 часа завести... Тебе главное, Димон, в 4 часа завести... Блин, его так телепает, я не могу просто ничего говорить. Ой, ты стрёмный. Короче, в 4 часа заводи шкатулку и убегай. А чё он такой странный? Я в него посветил, он... Да, я, кстати, первый раз вижу, как он реагирует. Не, в тот раз мы играли, но вот я не помню, в темно там было. Не, ну конечно, это смешной кадр сейчас был. Все стоят, Чика стоит, себя фантазирует. Кого бы убить? Так, и все, можно уже, в принципе, Димон сюда не возвращаться, шкатулки хватает. Все.
Теперь ныкайся. Ладно, я постою здесь, что тут. Да, Димон, ожила ванглиха! Он сейчас где-то тут в туалете опять зашкерился. Срать уселся. Не знаю. Вон он, вон он. Мужик, стоит, думает. Тут. Так, что бы дальше мне съесть? Так, здесь никого? Ой, там уши чьи-то, ушки. Так, он в подарок заглядывает. Что же подарили ему? Да, мне не нравится это. Это кто шагает? Ты видишь его в зеркале? Да. Классно, да, сделали? Я теперь понял смысл зеркала. Ну, Дима, ну вот это, конечно, ты попандос себе сейчас. А может он налево повернет? Стой, стой, стой. Ого, их там понаплаждалось. А что я делать-то должен? Вот тут и стой. Смотри, там говнюки, смотри, какие прутки. Они к тебе идут? Может, она не будет сюда идти, Димон? Ко мне идет. Туда не выглядывай особо, не? Димон, попробуй как-нибудь что-то придумать. Фокси, ты посрать пошел. Да, он уперся в стенку, потому что ты тут. Он реально идет к тебе, Димон. Сзади, сзади, мангл. А я боюсь. Я тоже боюсь. Ты представляешь? Они все залипли, все. Надо время тянуть, полтора... Час 20, Димон, ты справишься. Это минута, чуть больше. Что нам так сидеть? Так... Да. Блин, не получится, Димон. Красава, Димон. Медаль тебе надо дать. Только не знаю, деревянную. Не знаю, какую, да? Медаль за выживание. Самый лучший охранник этого месяца. Нет, самый долго живущий охранник. Он к тебе бежит или куда он там топчется? Я не знаю, просто. Да, он к тебе бежит, Димон. А чё, он знает конкретно, где ты, что ли? Ну, не знаю, у него, может, что-то в башке не так. Нормально, Димончик. Шкатулку можно, в принципе, не заводить. Да ладно, заведу, чё ж тут. Половины шкатулки хватает больше часа. Теперь, Димас, я уверен на 100%, что шкатулку больше заводить не надо. Димас, ты там еще не собираешься просыпаться? Да я отдохну, да? Потом этот, в третью ночь, короче, четвертую я воскресну. Ну, в общем, как надумаешь, просыпайся. Хорошечно. У меня там и так много друзей там бегает рядом. 5 часов, Димон, ты просто красава. Ладно, я пойду, короче, в нормальное место мое. Буду настоящим охранником, а не крысы, лазящие по вентиляции. А как по-другому? 45 минут осталось. Так, ну чё? Постоим. А куда она идёт? Ты понял? Все, ты красава, Димон. Время тяни, время тяни. 5 секунд, Димончик. Она за... О, а тут не... Будет толкать, да чика, отойди, он там сидит. Так, что такое? Это мини-игра? О, Димас, ты марионетка. И ты марионетка. А мы же должны... А что мы должны делать? Марионетовать. Во, а может, прикольно. А это что за пиццерия? Это FNAF 1, Димончик. FNAF 1, да. Так, мини-игра какая-то. О, тут смотри, кто стоит. Мы марионетки, это вообще классно. А что делать? Сейчас будем разбираться. О, а что старые аниматроники такие? Они? Не знаю, как-то пиццерия такая заброшенная. Давай выйдем просто. Вот сюда, сюда. Охранник, вселяемся в него, кушаем, кушаем. И чё это было? Не знаю, давай дальше кавать. Вон еще. О, прикольно. А, мы сейчас в него человека поместим, он оживет. Все, давай. А, вот так? Угу. Очень интересно, как это сделать. Ну чё ты, давай. Может, что-то еще надо, короче, Димончик, поискать там? Может, надо ему трупов побольше насобирать? Не знаю. Вот еще светится тут. Пойду в туалет зайду, что ли. Ну да, тут что-то светится, но не могу ничего сделать. Во, в туалете тоже трупак, Димас. О, нашел. Такс, отлично, у нас получается все. Угу. Значит, собираем трупы и закидываем Фокси, он покушает. Нифига себе, Фокси хавает. Я так понял, мы добытчики еды, что ли? Да чё так нечестно, марионетка, чё такие, низкая профессия, трупы собирать. Да. О, Димас, иди в генераторную, тут вообще 3 штуки светятся. Ого. Подожди, дай попробую вот тут понажимать. А, надо во все, короче, повселять, наверное. Mm-hmm. Тут уже другие аниматроники тоже светятся. О, еще одну нашел трупецкий. А, давай попробуем до Фокси. О, я ему дал что-то. Да? Да.
Видишь? Что, Димас, мы походу вселили нормально. Красава! Мы смогли, ребята! Вот четвертая ночь. Фонарик отключаем сразу. Так, Фредди у нас решил прогуляться по пиццерии. Идет, Димас, к тебе, наверное. Да ну зачем? Скажи ему не надо. А че он сам-то? Ну скажи, он там сам. Никого нет, не иди туда. О, Фокси проснулся. Блин, еще хуже. Мне кажется, все-таки он проснулся от того, что я на него посветил. Не? Не знаю, короче, Димас. В общем, проснулся у нас Фокси. Андрей уже. А мне так видно, Диман, вообще видно меня? Ну-ка, давай посмотрим, я в 12. А, 12, да. Не, а вот так если оттуда смотреть, может я так просижу всю ночь? Давай посмотрим. Ну да. Можно просидеть? Пол туловища видно, Дима. Блин, а как сделать, чтобы всю туловище? А если стоя, вот так буду стоять. Давай посмотрим. О, ну почти, да, только макушку видно. Ой, блин, Фокси бежит. То пузо торчит, то голова, да что такое? Димас, к тебе Фокси идет. Ты ему сказал, что тут никого нет? Он сам пришел. Ты сказал, что никого нет? Я его не звал, Димас. Он побежал к тебе. Я его слеплю. Слепи, Димас, и в этот момент заходи за какую-то эту. Он, Димас, бежит за кем? Фонарь включи. Да не-не-не, все, Димон, он ушел. Мангл ползет. Надеюсь, он ко мне не придет. Так где он там топает? Я не знаю, мне интересно. Он забагался в стене, Димон, по-любому. Он хочет ко мне идти, а я тут сижу. Ну я так и буду пока сидеть, пусть забагается, потому что ты можешь пока шкатулку завести как-то. Ну как-то да. Он побежал за тобой! Или за мной. А я успею нажать фонарик. Куда-то побежал. Димон, шкатулка заведена. Димон, он за тобой бежит по-любому. Да? Да, ему маринетка говорит, они заводят шкатулку, он побежал. Ладно, ладно. Такого не было. Разрядить обстановку, потому что очень страшновато будет. Ты, Димас, видишь от 2.12 меня, что я делаю? Боюсь нажимать, Димон, очень боюсь нажимать. Ну, посмотрю. Ого, их там. Они все на тебя идут? Да. А как ты выживешь? Ну, легко. Ну, ты псих. Я всегда, Димас, отходные пути знаю. Да-да-да, сейчас сольется и будешь... Ну, нажимай то. Так-так-так, Фокси бегает где-то и все. Куда они побежали все? Димас, ты сейчас бы видел, я сейчас был на волоске от смерти. Я знал, что ты молодец. Ну как ты смог? А как он меня убил? Он же не знал, где я нахожусь. Читер. Они что, на меня все идут? Не, Фокси вообще в тубзик, Димас, зашел. Он в туалете срет просто и все. Димончик, я не затащу, скорее всего. Понимаешь, Фокси меня не видел, он просто бежал. Он просто бежал, я не успел фонарик включить. Жесть, Димас. Я прожил до... Димон, я тащу, я тащу. До полчетвертого я прожил, да. Мангл там сидит. А кто к тебе идет, кстати, прав? Чёрт. Я не знаю, кто. Мангл, смотри, Мангл сидит вверху. Видишь? Тихо, кто-то идет к тебе. Смотри назад, Дима, смотри назад. Свети. Свети на него, Димас, он не отстанет. Все, походу блеск там отфигачило. Во, смотри, застопорился вообще. Фокси бежит! Фокси бежит, Димон! Свети, свети! Куда светить? Просто свети, фонарик включи. Фонарик! Все, Димас, беги в другую сторону. А, ты вот такой. Ах ты, ядичка, ладичка! Так а зачем ты к нему побежал? Да я хотел за... А так сзади тот шел уже челик, никак. Как? Можно было еще? Нельзя! Да я испугался, честно, я пересрал. Хардкор, ребята, однако. Я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!